Какие у кого были ордена в наполеоновское время, у русских и у французов? Были одинаковые, раздаривали их друг другу во времена мира. Потом оказывалось, что у французов, у французских генералов и маршалов, в первую очередь, орденов Андрея Первозванного больше, чем у русских. Потому что так все это богато, обширно было в традициях того времени, но это не одна курьезная история, которая существует про наполеоновское, александровское, павловское время в России. И все их вы сможете узнать 23 числа на дилетантских чтениях от Александра Кибовского и Александра Подмазо. Потому что Александр Кибовский — это вообще, который превращает в детектив историю любого портрета человека в форме, что угодно, добиваясь при этом истины. Не пожалеете, приходите.